Главное культурное событие Сибири этого лета. В краевой столице стартовал 18-й всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». В основную афишу праздника вошло более 30 мероприятий. Презентации, творческие встречи, песенный фестиваль, кинофестиваль. Мероприятия пройдут на нескольких площадках в селе Сростки, Бийске, Барнауле и Белокурихе. Ежегодно шукшинские дни посещают несколько тысяч человек, многие из которых приезжают на Алтай со всей России. В этом году в фестивале участвуют народный артист России Валерий Баринов, актеры Сергей Маховиков, Андрей Мерзликин, Лариса Шахворостова. Первая встреча гостей и зрителей фестиваля прошла сегодня в полдень около памятника Василию Макаровичу. И могу сказать, что есть места, обязательные для посещения. Вот для меня и для всех жителей нашей страны, мне кажется, что такое место есть Михайловская, Пушкин, и здесь у Василия Макаровича Шукшина, Сростка.